Такое бывает. Размеры. Класс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Классная полянка. Ну что, 1-1, надо больше. Подосик. И еще один подосик. Сегодня прям грибное ассорти. Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся с вами в самом прекрасном уголке нашего Краснодарского края. Это горная Адыгея. Такой вот пихтовый лес, реликтовые ели, сосны, пихточки. Необычайно свежий воздух. Здесь очень прохладно. Сейчас раннее утро, и мы отправляемся на тихую охоту. Очень большое количество рыжиков, груздей. Грузди мы не собираем. Собираем рыжики. Попадаются разного размера. И большие, и маленькие. Большие, если берешь, нужно всегда все проверять. Есть и малюточки. Видите, какие совсем кнопочки. Такие, конечно, хорошо собирать. Вот еще малютка рыжик. Очень большой ассортимент. Большой, но можно взять тоже его. Они, конечно, ломкие, но они чистые. Проходим дальше. Вот, пожалуйста, еще рыжики присохшие. Вот еще. Червивый, чистый, прячутся под листьями, вот еще чистенький. Очень большой ассортимент, глаза просто разбегаются. Мимо некоторых проходим мимо.
полубелый гриб. Да, тверденький. Здесь два, здесь один. Лоховастенький ножка прям. Оставим вот здесь. А у этих ножка потверже. Попробуем их достать. Чистый вроде, нога гигантская. Червивая. Червивая. До такого состояния обрезаем и забираем. В моей корзинке уже есть парочка полубелых, рыжики, дубовички. Сегодня вот такие вот частички. Дубовичок крапчатый. Яркая палитра сегодня. И тут же с груздями рядом еще полубелые грибы. Один малютка. Чистенький. Полубелый. Видите? Желтая губка, желтая ножка, коричневая шляпка. Вот один. И здесь один состарился. Что-то в молодом возрасте прям умер. Второй малышок. Чистенький. Две точки. Возьмем. Попалась шикарная козырная поляна из мухоморчиков. Много, всякие разные, наравне с рыжиками, вон молоденькие совсем лезут. Обалдеть. И рыжики рядом, целые поляны рыжиков. Такое вот соседство у них. Но полянка шикарная. Попадаются маховички трещиноватые. Еще один кнопочка рыжик. Дубовички крапчатые. Крапчатые. Очереди цвета. Такой вот ассортимент встречается. Рыжики и грузди сразу. Представляете, сколько грибочков? Зашел и вышел, называется, с грибами. Просто полно. Полно грибов. Можно просто садиться и вот так вот идти, собирать, собирать, собирать всевозможные грибочки. Опять же, наша любимая ромария, которой в лесу очень много, она стелится дорожками. Похоже очень на оранжевый коралл. Но мы не берем, к сожалению. Очень много ее слишком. Не собираем. Невероятных размеров дубовики крапчатые. Этот помоложе. Крапчатый, потому что видите, какая у него ножка в крапинку. Здесь один. Второй тоже, но я думаю, даже три. Рыжик. Вот этот мягкий, прям не будем его трогать, срывать. Вот есть помоложе экземпляр. Да, вот эти хорошие. Сейчас в основном их сезон цветных балетов. Попробуем их срезать и посмотреть. Здесь они вроде чистые. Попадаются нам не червивые в основном. Немножко мягковато, но чистый. Так, этот чистый. Это тоже чистейшие грибочки. Этот оставим. Это рыжик мягковатый. Вау, здесь еще рыжики.
Вот маховичок. Еще рыжик. Но у него мягкая ножка, не будем брать. Рыжики возьмем. Рыжики возьмем с собой. Вот так. И идем дальше. Здесь такие елки. Высоковато. По горе. Ходим, ищем грибочки. Глаза разбегаются. Хочется посмотреть все и везде. И бежать одновременно. Здесь у нас под елкой подгрузок чернеющий. Не собираем. Они всегда червивые. Еще и размер очень большой. Пробираемся сквозь елки. Так, препятствие. Вижу маховик. Этот можно взять. Маховичок зеленый. Дальше у нас заросли папоротника. Вот такое огромное дерево. Вот такое. Здесь их очень много поваленных. И здесь есть грибы. Какая красота. Там девчонки. Где-то высоко. А там мои девочки. Сейчас пойдем их догоним. Хоп. Рыжик. Крупноват. Видите, даже папоротники. Даже в ежевике тоже встречаются грибы. В этой высокой траве. Вот, пожалуйста. Два рыжика. Три. Четыре. Очень много. Этот не такой яркий в папоротнике спрятался. Срежем, посмотрим. Чистый, хоть и крупноватый, возьмем, конечно. Так, идем дальше. И опять рыжики, рыжики, рыжики. Сегодня полный лес рыжиков. И здесь в кустарнике спрятался еще один полубелый. Вон, смотрите, сколько рыжиков. Полностью все из них. А там грузди дубовые. Так. Чистый. Чистяк. Класс. Уже начинаем перебирать. Много больших рыжиков не хочется. Хочется маленьких. Хотя бы таких. Все, идем на повыше. Смотрите, какое огромное-огромное дерево. И не видно его конца и края. Вообще высоко так. Вековые пихты. Вот. Красота. Два человека в обхвате не возьмут. Согласитесь, природа какая. Невероятной красоты. А воздух вы не представляете, насколько он свежий и чистый здесь. И прохладно. Градусов на 12 меньше, чем в Краснодаре здесь. А в Краснодаре сегодня 38. А здесь хорошо. Класс. Еще даже птички спят так. Единично чирикают. Здесь рай погибших дубовиков. Но выскочили еще полубелые. Плохие. Рыжики семейками, как обычно. По одному редко растут, всегда дорожкой. Рыжик пихтовый. Конечно же, под пихтой. Соответственно, пихтовый. Вкусовые качества на высоте. Маринуется, солится, квасится, жарится. Полезно съесть сырым.
какая красота. Еще минут 15 такого сбора, и ведерко мое наполнится. А как вам такая полянка? Дубовички крапчатые. Эти постарше, видимо. Да, два штуки запылились. Здесь под елочкой еще один. И здесь подаль. Ага, вот их еще несколько. Под елкой мягкий. Здесь еще один. Вот малыш. Малыши такие красивые. Бархатные. Красота. И еще один. Вот такие очаровательные полянки. И здесь выпал нам сектор приз на барабане. Давайте посчитаем, сколько дубовичков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бархатные, молоденькие, чистенькие, свеженькие. Картина, просто картина. Можно любоваться. Прям на заставку видео. Шикарно. Повезло. И тут же рядышком еще два брата акробата, крапчатые дубовики. Сросшиеся. Красавцы. Три. Вау! Прям их надо подрезать. Прям такая семейка, не хочется их разрезать, разделять. Оп. Вау. Тройняшки. Класс. И дым. А это гриб-чесночник. Он единственный в своем роде. Такая вот у него бархатная ножка коричневая. Светлая шляпка. Гриб небольшой, пахнет, очень пахнет, и на вкус как чеснок. Можно засушить и использовать как приправу вместо чеснока. Ай, классный. Возьмем его с собой. Притаился под папоротником, красавец. Молоденький крапчатый, видите, крапинки, как видно, хорошо, пока молодой. Чистенький. И здесь кладбище прям. Что-то свежее, что-то погибшее. Дубовички поумирали. Много умерших. Черливый. А этот хороший. Черливый оставим. Здесь один возьмем. Из всех. Чего они кричат? Я же сказала, что я буду его еще один. Плохие. А, это хороший, да. Хороший. Все мы собираем уже в пакет, потому что корзинка полная. Шикарно. Идем дальше. Вау. Это первые за сегодня. Классные. 1, 2 и 3. Это сессия, как положено. Да. Здесь получается 1, 2, 3, 4. И дубовичок? Да. Покажешь? Крапчатый, красивый.
чистенький. Да, идеально. Ой, это твердые, слушай, хорошие все. Ножки крепенькие. Угу. Свежачок, без червей. Хрустящие, звенящие. Хорошие, молоденькие. А ты его уже потрогала, уже все. Поэтому забираю, выкручиваю. Ножом поди, давай. Или давай иди. Вот так вот получилось. Все, ямки закрываем. Все чистые, идеальные. Крепыши. И еще один спарасис курчавый за сегодня. Этот уже намного покрупнее. Видите размеры с ножа? Сравнение. Огроменный просто. Грибная капуста. Запах невероятный стоит. Красная книга. Шикарный. Какая семейка попалась. Крепенькие. Сросшиеся, опять-таки сросшиеся, да. Штук 5 получается сросшихся. Классные. Смотрите. Вот это да. Красота. 6 штук здесь. Оставим. Здесь еще один. Положим сюда. Вот это я еще. А, вот еще. Ну, здесь вообще шикарные. Мохнатые. Капелька хросы. По-моему, тоже срослись. Вот жалко, что они с травой вместе здесь растут. Вау. Вот так вот. Все, я сегодня дубовики не собираю. Наташ, дарю. Я собираю только рыжики. Вот такая вот. Семейка, обрезайте. Угу. Класс. Спасибо. А здесь ежовик. Выглядит, конечно, несуразно, так страшненько. Почему ежовик? Потому что я пощупала его снизу. А здесь оказались иглы ежовика. Вкусный грибочек. Вот эти иголочки. Если кто-то не любит, что они крошатся в сковородке, их можно почистить аккуратно. Водой смыть. Видите, как колючий ежик. От того так и называется. Ежовик. Вкусненький. И прям по склону. Рыжик. Так, ты вот кто? О, беляк. Ничего себе. Даже почти-почти не старый. Белячок. Идем дальше по склону. Здесь у нас кто? Дубовичок. Хорошенький. И здесь. Тоже ничего. Вот так вот. Кто тут у нас притаился? Под елкой. А это наши красные шапочки. Настоящие красные мухоморы. Ой, красивые такие, сказочные. Шикарно. Шикардос. Беленький попался. На вид чистый. На вид чистый. Ножка плотная. Пробуем, счищаем. Дырочки. И почти не видно, его тоже спрятался. Вот такие малыши прям радуют. Прям бочонок чистый. Да, я их видела, ведь смотри, вот один. Но они прям кабаны, и вон там второй еще был. Вот эти очень крупные здесь во вражике с мухоморами.
попробовать его счистить. Посмотреть. Нет. Будем на чистоту. Они все дырявые. Все с дырками, видите? Так вроде все хорошо, все чисто. Но гриб стал чище со временем. Так. Какой-то дурак. Ну что, хвастайте размерами. Вот это размеры. Класс. Шикарно. Поздравляю. А у меня красные шапочки. Шикарные, шикарные грибочки. Уже складывать некуда. Складывать, честно, некуда. Все но уже белые, классные. Чуть-чуть точечку. Уже рук не хватает, и емкости не хватает. Давайте идти назад. Мы пока дойдем и донесем, да, а это вот, точно. Во-первых, хочется. Ну, а вот у меня куда да, это точно. Уже все в пакетах сбор. Вот как-то так. Мухоморчики отдельно складываем. На сушку, на настойку. Мухоморы сегодня разные. И красные, и пантерные. Пантерные тоже идут в лекарственных целях. Нет, это не тебя. Держи. Тут за чего? Сейчас все найдем, сейчас переезжай же. Не переезжай. Вот оно счастье грибника. Класс. Масленок прям на горе. Один, и он второй. На скале вырос. Все, держим обратный путь. Нет. На дорожках да. Такие вот кабанчики подзастарились уже. Размеры, все переростки сегодня. Мало малышей, все кабанчики. Все. Дубовички по росту. Смотри, для тебя подарок. Спасибо. Твои любимые серо-розовые. Тут прям семейкой молоденькие. И вот. Все, мы завершаем наш сегодняшний поход. Мы сегодня молодцы. Дали жару, девчонки. Молодцы. 3-4, и мы счастливы!